Всем привет, други! У нас сегодня будет NHL 23, это будет руководство по буллитам в режиме World of Chell. Решил записать, постараюсь кратко, максимально информативно рассказать о возможных вариантах, как забивать буллиты. Потому что то, что вижу в игре, большинство над этим вообще не работает, не тренируется и не забивает буллиты. Покажу, как это делать. Эффективно, как вообще это тренировать, куда думать, самое главное. Ну, играю я на позиции центра, в основном 99% случаев. Играю всегда в режиме 3 на 3 в основном и с рандомными игроками и командами. Недавно только вот стали играть с другом, Олег, привет, кстати, отдельно, и уже, наверное, матчи 50-то точно вместе сыграли. Сыграно у меня пока 295 игр в этом режиме, набрано вот 387 голов, 299 ассистов, 686 очков за 295 игр. И, собственно, поехали смотреть, как мы будем тренировать наши буллиты. Буллиты мы тренируем в режиме вот этом loadouts, где мы создаем сборки игроков. Сборку вы можете собрать сколько угодно. Абсолютно разных защитников, нападающих и так далее, и так далее. Сейчас мы в это углубляться не будем. Самое главное, что когда вы собираетесь тренировать буллиты, вам нужно вот здесь выбрать эту сборочку. Выбрать именно вот так, чтобы на ней была рамочка. Потому что, несмотря на то, что вот у меня активная сейчас снайпер, если у вас рамка будет стоять вот тут, и вы нажмете Free Skate, видите, внизу в левом углу написано Free Skate, свободное катание, то есть, ну, тренировка. И вы нажмете кнопочку Options, вы пойдете тренировать именно вот эту сборку, на которой у вас рамка. Поэтому выбираем нужную нам, нажимаем Options и поехали загружаться. Значит, смотрите, начинаем мы прежде всего с психологии. Это очень важно, с психологии момента, потому что очень часто будут ситуации, когда буллит вам нужно будет бить на последних секундах третьего периода при счете 3-2, когда вы летите, и ваш буллит решит ситуацию, там, 3-3 сделает, вытащит команду, либо при счете, опять же, 3-3, ваш буллит решающий на последних секундах третьего периода, и очень многие нервничают и не забивают. Поэтому первое, о чем вы думаете, когда вы готовитесь бить буллит, это не о том, что на вас смотрит вся команда, и вы должны забить, как бы не подвести, и ой, блин. А только о том, что у вас появилась возможность еще раз отточить свое мастерство. Но перед этим мастерство нужно создать. Его нужно поставить, так сказать, поставить удар, поставить движение, поставить понимание техники того, как вы будете выполнять буллит. Для этого нужно все время в игре старайтесь делать дриблинг. Вот даже если вы просто едете правым стиком, естественно, это все рассматривается для управления скиллстик. Правым стиком старайтесь сделать дриблинг в любой непонятной ситуации. То есть подъехали к защитнику, сделали, объехали, да? Для того, чтобы вы привыкли вообще работать клюшкой. У нас очень многие катаются прямолинейно, как трамвай бежит, отдал пас, ударил. То есть важно руки заставить работать все время, делайте дриблинг. Даже где это не нужно. Посмотрите, как это делает Конор Макдэвид в любой непонятной ситуации. Делайте то же самое. Поехали, давайте начинать с самых простых, собственно, движений. Покажу первый вариант. Первый вариант, если вы все не уверены, вы можете накатываться. Убираете на неудобный хват, подъезжаете к вратарю в упор и в последний момент перекладываете. Все происходит в прямом эфире, поэтому чуть по такой, смотрите, сначала покажу дугу. Вот по такой дуге мы будем заходить. Вернусь на точку еще раз. Мы начинаем буллит, и отсюда мы вот по такой дуге вот так вот будет. Вот у нас будет траектория движения на правую дальнюю штангу. Чтобы вы понимали траекторию движения. Поехали еще раз. Вот мы уходим по дуге. Вот здесь убираем на неудобную, продолжая ее держать. Двигаемся. В данном случае вратарь поймал, но я здесь больше объяснял, чем исполнял. Поехали еще раз. Вот здесь уже убираем. Начинаем правым стиком двигать. Он опять же поймал. Это может быть. Фишка как раз тренировки в том, что вы должны идеально поставить тайминг для того, чтобы вы понимали, в какой момент делать эту перекладку. Да? То есть на каком приближении к вратарю, на каком приближении к щиткам вратаря. Можно делать это, опять же, вот я убрал, подъезжаем тут. Вот сейчас я не попал. Можно по прямой двигаться. Это простейшее исполнение, то есть ничего не требует. Вот мы убрали, едем. И он ловит.
Но это здесь чудеса происходят, это нормально. Эти чудеса могут происходить. И снова фантастический кипер, кстати сказать. Ну, здесь мы верхнюю девяточку поднимаем, и шансов у него не остается. В большинстве случаев вы будете забрасывать, но нужно потренироваться. Почему я показываю? Главное, вот, чтобы вы запомнили, можно очень близко к щиткам подойти и поднять шайбу вверх. Понимаете? Вы должны запомнить. Самое главное, вот убрали неудобную и в упор бросили. Думаю, что с этим понятно, потренируетесь, поймете. А второй вариант, он уже более сложный. Это медленное движение. Вот левым стиком по чуть-чуть я начинаю движение, правым раскачиваю. Качаем, качаем, дергаем, дергаем. И в последний момент смещаемся направо. Фишка этого упражнения в том, что очень много нужно работать руками. И очень это все совмещать с катанием. То есть мы смотрим на вратаря, дергаем, дергаем, дергаем. Здесь я ошибся с катанием. Поэтому вратарь спокойно переместился в правый угол. То есть здесь не было того момента, при котором мы вратаря убираем, да? Опять. Здесь сблизился и опять не отработал руками. Но поскольку я сейчас объясняю, я не очень концентрируюсь на том, что делаем. Фишка в том, что запомните просто максимально быстрая раскачка. Вот. И на медленном катании. Максимально быстрая раскачка на медленном катании. И в итоге бросок под удобную руку. Вот, да, это очень эффективный болид, он работает, ну, в 90% случаев. Но здесь вы должны вот себя приучить, опять же, здесь сблизился, потому что вам объясняю, приучить себя очень здорово работать руками. Против людей-вратарей это работает максимально эффективно, потому что они сразу начинают нервничать, когда идут руки. Ну и против ботов то же самое, вы видите, я вам все показываю в прямом эфире. Думаю, что с этим тоже все понятно. Тут еще есть нюансы различные. Вы можете брать паузу, да, вы можете вот такие вещи делать. Но сейчас уже не было возможности добить, бросить. То есть это исключительно ваш личный будет опыт. Но самое главное, вы должны очень быстро раскачивать руками для того, чтобы получить вот эти открытые ворота, в которые вы можете бросить. Думаю, что с этим понятно. Теперь бросок с неудобной руки, с бэкхенда. Здесь, ну, это нужно быть не передерганным. А нужно как такое, что должно все литься спокойно и гармонично, как мелодия. Медленно качаем, а здесь начинаем ускоряться. Уводим на бэкхенд и бросаем. Сейчас почти все правильно было, но в щиток попали. То есть едем, смотрим на ворота здесь, на вратаря, смотрим. Видите, да? И забрасываем. В этом упражнении мы должны смотреть не на своего игрока, а на вратаря. На ворота. Поняли, да? То есть это очень важно. Это льется одним движением. Все время левый стик вперед. И смотрим на вратаря. Потому что если вы будете смотреть на своего игрока, вы запнетесь, вы ошибетесь. Вы не сможете обкрутить вратаря. То есть смотрим вперед. Поняли, да? И, как говорится, боковым только зрением видите, что вы делаете со своей клюшкой. То есть, но это нужно делать вот очень гармонично. Понятно, да? Вот таким вот образом. Этот вариант очень хорош и очень эффективен. Следующий вариант. Уходим направо под борт. Идем на вратаря вот так. Первое движение мы делаем направо. За лицевую линию ворот обязательно делаем это движение направо. Вот здесь идем, вот направо, потом уводим и забрасываем. То есть если смотреть это на повторе замедленно, то вот еще раз мы идем. Это опять же игрок справа. Вот движение направо, уводим и завозим под дальнюю. Это работает и в хуте, и здесь. Опять же, если я хочу делать это слева, то идем здесь первое движение налево. А здесь вот вратарь отбил. Здесь будет сложнее. Это именно делается для игрока с правым хватом. Идем первое движение налево. Завозим и забрасываем. Соответственно, если вы играете с левым хватом, то вам удобнее будет это делать слева. Потому что здесь, как я показал, вот с правым хватом удобнее, когда мы завозим справа. Идем первое движение направо и потом туда завозим. Ну вот я думаю, все достаточно. Я показал несколько вариантов, их еще есть много. Но самое главное, ребята, это психология. То есть вот сейчас я при вас все забил в прямом эфире.
показал вам несколько способов, и как бы используйте эти способы, и будет все очень хорошо и здорово. Можно раскачивать катанием, это когда вы уже все вот это отработаете, что я вам показал, когда это будет какой-то чинаш уже, да? То ваши руки уже будут настолько эффективны, ваше понимание единения с игроком, вот это ощущение баланса, да? Что вы сможете это забивать уже практически как угодно. Вот. Самое главное, что я показал, как это делать правильно. И с неудобной, особенно если у вас левый хват. Да, если у вас левый хват, то вы просто направо уводите и забиваете. Ну что, думаю, что этого достаточно. Упражнения показаны целиком, как они есть. Просто сейчас идите и отрабатывайте. И самая главная фишка. Начните с медленного катания. Вот еще раз показываю. Вот левым джойстиком я его трогаю, отпускаю. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Вот сейчас вообще его почти не трогаю. Руками. Медленное катание. Видите? И раскладываем вратаря. Как у нас все бьют буллиты? В чем ошибка? О, поехал. Поехал. Так. Ну ладно, тут почти я забил. А в большинстве случаев это будет вот такая шляпа. Все топят левый джойстик вперед. Вот опять же. Поехал. Там. Раз. На скорости все подходится. Но опять же, я здесь забил, потому что я уже знаю, как это делать. В большинстве случаев люди или промахиваются, или не попадают. Опять же, вот. Старайтесь, начинайте вот с медленного катания. Медленное катание и работа руками. Смотрите на вратаря. Видите, он открывает дырку, и она у вас есть, чтобы бросить туда. Опять же, можно с проворотом джойстика делать. Но здесь он видит. Это когда мы джойстик с 9 часов проворачиваем через 6 на 12. То есть уводим влево, потом на 6. Ну, здесь он не поднял. Поэтому я это не очень люблю. Так что медленное катание, активная работа руками. И все будет хорошо и очень эффективно. И в решающий момент... Вратарь сейчас просто божит. И в решающий момент вы обязательно будете реализовывать ваши буллиты. И снова божит. У него вначале был такой период, да? Ну и все. Так что тренировка, и тогда в игре все будет очень хорошо. Надеюсь, это руководство вам пригодилось, потому что реально то, что вижу, ну, не тренируют люди буллиты и не знают, главное, куда думать, да? То есть тут важно понять, куда думать, что вы должны отработать. Вот, что нужно отработать, я вам показал. Потренируйтесь, все будет хорошо. Ставьте пальцы вверх, обязательно пишите свои комментарии, будем общаться по хоккею. Всем пока.